Фасад элистинской многоэтажки украсил портрет героя России Натальи Кочуевской. Накануне художники завершили работы по созданию граффити. В 1942 году в ходе контрнаступления 28-й армии южнее поселка Хухута Наталья Кочуевская навечно обессмертила свое имя. Во время боя с гитлеровскими автоматчиками Наташа бросилась им навстречу и взрывом гранаты уничтожила фашистов. В этой схватке она и погибла. Напомню, с инициативой увековечить память о героическом поступке отважной девушки выступил глава Калмыкии Бату Хасиков. Он поблагодарил авторов рисунка Таджиут Насунова, Царинана Отбитова и Виктора Куберлинова. Кстати, это не первый проект ребят. Они также авторы портретов героя Советского Союза Эрни Деликова и граффити собирательного образа медиков и волонтеров во втором микрорайоне Элисты. Хасиков отметил, для того, чтобы каждый уголок нашей республики становился красивее и уютнее, нужно быть внимательным к мелочам, беречь то, что есть, и привносить свое. Не потому, что так надо, а потому, что кроме нас никто этого не сделает. Конец цитаты.